Традиционно в феврале добровольные помощники милиции принимают участие в итоговом совещании. Здесь докладывают о проведенной работе, достигнутых результатах и называют имена лучших. По итогам минувшего года обладателями почетного вымпела и звания «Лучшая дружина» в третий раз стали сотрудники завода «Прибор». Мы помощники нашей милиции. Естественно, это ответственно. Мы должны разбираться и в законах, и в правопорядке, в административных протоколах. Ответственная работа. И не каждый сможет. Деятельность народных дружин в Приднестровье возобновилась 14 лет назад. В течение года в добровольные помощники милиции пришли несколько сотен горожан. Ежедневно вместе с правоохранителями они патрулировали улицы и берегли покой бендерчан. Сегодня их основные задачи все те же – содействие милиции в охране общественного порядка на улицах города. Важность и значимость подобной деятельности отметило руководство Управления внутренних дел города Бендеры. Не участковый инспектор, не сотрудник патрульно-постовой службы, когда патрулируют в вечернее время и отсутствуют, скажем так, очевидцы, выявляют нарушения, мы не могли бы зафиксировать виновность этих лиц. Благодаря вам мы сможем доказывать, привлекать виновных людей к ответственности. Всего в Бендерах помогают правоохранителям 36 народных дружин. За минувший год добровольными помощниками милиции совместно со стражами порядка выявлено 18 фактов хранения оружия и боеприпасов, 6 случаев незаконного оборота наркотиков, 2 факта причинения тяжких телесных повреждений и 1 кража. Отметили работу дружинников и в городской администрации. Вы отдаете частичку себя городу, вы отдаете частичку себя как раз жителям нашего города, для того, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам, для того, чтобы люди могли спокойно спать, отдыхать, трудиться в своем городе. За это вам, конечно, слова глубокой признательности. Действующих помощников милиции наградили почетными дипломами, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в деле охраны правопорядка на улицах родного города.